Друзья, всем привет на канале Деревенский Волчонок. Выбрали сегодня с дядей Мишем на секретные места на свои пострелять вальшнепа. Дядя Миша был в разведке, у меня не получилось. Говорит, тянет вальшнеп, просто красотища. Ну, посмотрим. Говорит, насчитал в пролете больше 20 вальшнепов. То есть, ну, над ним прошло, говорит, с десяток можно было стрелять. А пролетело, наверное, говорит, больше за 20 в общей сложности. Насчитал за тягу. И тяга была около часа. Ну, не знаю. Посмотрим. Сегодня мы станем с ним вдвоем, друзья, и будем стрелять вдвоем. То есть, что получится у нас добыть на ужин. Говорит, потом приготовим, посидим, как бы праздник завтра. В праздники мы не ездим. Так что вот такие, друзья, дела. Красота сейчас в лесу. Позацветало уже много цветочков разных. Здесь такое место красивое, скажем так, для козлика, да, вот видите. То есть вот тут раз, козлик может выйдет, потом откроется на самца косули охота. Попробуем добыть что-нибудь. Вот. Ну, а сегодня мы двигаемся, друзья, на вальшнепа. Ладно, идем к месту. Говорит, что место просто шикарно. Вперед. Вот, ребята, все, потихоньку идем. Дорога дальняя, надо пройти немного. Дядя Миша говорит, что два вида вальшнепа. Говорит, есть такие мелковатые летают, а есть большие, такие красивые, говорит. Вот болото, друзья, впереди простирается большое. И мы станем по краюшку. Там его разработали немножко. Вот. И, скажем так, сделали благоприятные условия для нас. Ну все, двигаемся туда, к тяге. Дядя Миша покажет, где стать. И займем позицию. Уже скоро должен полететь. Вчера во сколько полетел дядя Миша, вы говорили, первый? Полдевятого. Полдевятого полетел первый. Где? Вот тут? Да? У всех? Да. А, так дядя... О, так дядя Миша говорит, вот здесь займем, друзья, позицию. То есть вот такая полянка, смотрите, получается. И вот он говорит, что и так тянет, и так вот вытягивает. И вот отсюда находит краем леса на нас. И тут попытаемся... Да? А... Сюда идет вот. И как получается, оттуда идет? Да, оттуда идет. Краем леса раз и сюда вот. Вот, ребята, все, вот дядя Миша говорит, все, разлаживаемся потихоньку, занимаем здесь позицию. Ружья у нас, друзья, горизонталочки, 12 калибр. У меня ИШ-43, дядя Миша, у вас? 58. Как? 58, ИШ-58. Все, друзья, дробь номер 7 сегодня стреляем обои. Так что все, подключаю камеру GoPro. Приятного просмотра. Погнали. Так, мужики. Короче, дядя Миша хотел куда-то пойти. Говорить, пойду я в другое место, ты стой тут. Короче, хочет меня объегорить. Оставил его тут и сказал, стой как сноп, чтобы даже не дергался. Так все равно, говорит, ты к этому кусту иди, а я, говорит, туда стану. А потом, говорит, пойду он к той сосенке стану. Хочет больше меня набить, бляха. Я тебе, бляха-муха, покажу. Все, ребята, стоим. Ну, природа супер. Комары, конечно, сегодня одолевают. Вот. Все, уже солнышко полностью садится. Скоро пойдет. Но говорит, что первые завидно, 8:30 пошли. Класс. Такое болото большое там простирать. И еще там много канал, болото, ужас. Все, ребята, будем стоять, короче, и ждать первый налет птицы. И вот так, дядя Миша говорит, отсюда вот выходит, потом вот сюда идет, вот, ну, будем стоять, тихо. Так, друзья, что, стоим, минут 20 постояли уже, пока еще ни один вальшнеп не прошел, вот, стоим в ожидании. Груши красиво цветут, вообще все уже так, прям стоим, запах такой, класс. Место такое красивое, обратите внимание, такая полянка волшебная прям.
Ну, дядя Миша, зная места. Ну, посмотрим по птице, как птица еще будет ходить. Комары режут. Комары ужас. Я думаю, что вы видите, друзья, сколько комара. Просто ужас. Ладно, все, будем стоять ждать. О, тихо. Не, птичка. Ладно, все, друзья, до первого вальса по эстрадеру включаюсь. Ужас, комары дают. Ребята, идет вальшник. Первый. Дядя Миша, держим, держим, держим. Давай. Пошел. Вера, тихо, тихо, стой, идет. Тихо, идет. Еще один где-то. Чего? Надо стать там. Ну давай перейдем. Давай, давай, давай перейдем. А ты сбоку хочешь? Не, так я тут тогда буду, стой там. Давай. Ребята, первый вальшник смазали, первый налет. Ну хорошо, нашел четко, ну. Я ждал, пока дядя Миша стрельнет. О, идет Миша! Где-то Тилков. О, Миш, вон пошел, видишь? Ну, о, еще один сзади у тебя, Миша. Друзья, все, тяга пошла. Класс. Так, друзья, ну что, отстрелялись мы с дядя Мишей по вальшнепу. Вот. Смазали. Пролетело уже два штуки. Ну, тяга пошла. Все, стоим в ожидании следующего вальшнепа, ребята. Ну, класс, класс. Адреналин настолько. Охота на него, конечно, завораживающая по-своему. Да. Ну, бывает. Все, стоим, ждем. Ну, сегодня пошел позже. Позже пошел. 8:40. На 10 минут позже. Дядька Миша по-стариковски отошел от меня. Говорит, стрелять не умеешь, мешаешь мне. Говорит, пойду стану, покажу, как добывать надо. Я говорю, ну давай. Заняли позиции разные, я, получается, буду, если что, на себя, а он боковым. Ну, посмотрим. Ну, мы вдвоем, нам коллективчик свой, скажем, нам совместная охота всегда, неважно, кто добыл. Потом приготовим, покушаем, поужинаем. Класс. Ладно. А вы один раз стрельнули? Ну, и я один раз. Все, стоим, ждем. Ага, вот. О, идет, идет, ребята. Идет на меня, на меня. Пошел. Да не, нормально, дядь Миш. Ну немножко, ах, пошел самец. О, пошел на круг. И тут двое сейчас выйдет на тебя, гляди. Так. Фу. Ребята, блин, ну, вышел самец, самец, что там, семерочка, нормально, я так опреждение брал, все, стоим дальше, ждем, так, ну что ж, друзья, охота азартная, пролетело уже 5 вальшнепов, вот только что сразу 2, и вот так вот на большое дерево, пошли сюда, блин, самец за самкой погнался. Вот, тихо. Получается, что мы уже отстрелялись по двум с дядей Мишей, потом оттуда вышел. Вот уже 5 вальшнепов видели. Вот так вот. Не беды. Не беды. Все, стоим. Комары, конечно, ужас. В голову сгрызли всю. Все, стоим дальше. Так, ребята. О, и сзади еще один идет, Миша. Ух, ребята, сколько ж их, бляха, поднялось. Пошел туда, там конец болота, разворачивается и такой пересекает.
О, Миша, Миша идет. Дядь Миша. О, тихо. Далеко, да? Ха. Ладно. Ребята, блин. Обалдеть. Класс. Не, нормально, нормально. Сейчас набью руку, по-любому забуду. Стоим. Это сколько уже? 9 получается. 9 штук, ребята, уже пролетело. Ладно. Класс. Подвернул, бляха. О, и сзади еще, Миша. Навстречу друг другу. Тихо, тихо, тихо. Полетели, полетели. Смотрим, уже выйду сейчас. Ребята, ну еще 2 штуки. Вон, 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 пошли, пошли над болотом. О, Миша, на тебя выходят. Смотри, смотри. Мимо, да, мимо, мимо, мимо. Ты далековато отпустил, надо было раньше. Так хорошо над тобой прошли. Вот это его, что ты по заднему стрелял, да? Ну вот его задний самец, он и гнался. Так, ребята, дальше стоим, класс. Есть! Вот, вот, ребята, есть, есть, есть вальшнеп. О, ребята, вот он, красавчик. Ребята, вот он, красавец. Ребята, вот он. Вот он, красавец, первый. Есть. Фу. Ой. Вот сюда, да, повесим. Дядь Миш, спорим. Давай, 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 давай. Вторым. Ну, уже и далековато было, ну, шока, понял? Ребята, пристрелялся. Бийская дробь, стрелял вторым. Первым семеркой, вторым шестеркой. Бийская дробь. Самозаряженные патроны у меня ведь для Миши. Фу, первый есть. Класс. Стоим, ждем очередной налет. Так, ребята. Фу, перевести дух. Добыл все-таки. Добыл я вальшнепа. И пролетело уже 16 штук всех. Уже пролетело 16 штук, друзья. Ну, я считаю, как... И боковые, которые я вот вижу, ну, чуть за пределом выстрела, но вижу, что вот пролетают. Туда двойка, сюда двойка, один, так вот. Короче, тяга сумасшедшая. Пролетело уже 15 штук, бляха. Класс. Ладно. Стоим, ждем. Вот пальба не угасая. С дядя Мишем даем жуплу. Класс. Давно такой тяги не было. Класс. Фу. Ну, стоим, стоим. Вот оно получается. Я отстрелялся сколько-то раз. И все не мог понять немножко упреждение, как бы давно не стоял. И получается непонятно. А потом как-то раз-раз и уже к нему прилаучился. И уже, видите, вторым добыл. Ну, круто.
Все, стоим дальше. Класс. Такой тяги давно не было, блин. Кругом, по два, по одному. О, идет, где-то идет. Миша, сзади где-то. Есть! Ой, красавчик! Бляха, класс! С полем, дядя Миша, молодец! Так хорошо его выцелил, как будто завис даже над тобой. Ха-ха-ха! Молодец! Ребята, прямо так вышел, и как будто завис над дядя Мишем. Долго так выцелил, выцелил, только стук под перо ему. Точный выстрел, молодец, с полем тебя. Ой, ребята, 1-1. Хочешь объегорить. Ну, красиво вышел. Но какой-то здоровый, бляха. Покажи. Иди покажи. Вот мой получается. Ходи. Не, хороший, твой больше вачный. Ребята, смотрите какой. Охренеть. Все, иди становись. Класс, два есть, друзья. Хороший вачный. Что не скажи, а хороший. Класс, два есть. Все, с полем нас. Да, друзья, концерт, конечно, на болоте огромный. Лягушки просто одолевают своим пением, кваканьем. И ты стоишь, все внимание, и вслуховываешься вдаль, как бы такой, я не знаю, прям слухом проникаешь сквозь лес, сквозь эти звуки лягушек, и пытаешься уловить вот это вот цик. Цик, хор. Вот она, ребята. Вальшнепа. Охота на вальшнепа. Королевская дичь, блин. Лесной кулик. С немецкого вальшнеп. Лесной кулик. Класс. Стоим, ждем. О, над тобой, Миша. Прямо сейчас выйдем над тобой. Дядя Миша. Во, выходит. Пошел, наверное, под ранок. Бо я спланировал. Я ж тебе говорю, прямо над тобой. Вот, ребята, и первый под ранок, бляха. Ну ты погляди. Пошел у делянку, там ты уже не найдешь его просто. Вот туда, на большую березу. А так вышел четко, прямо вот на дядю Мишу, на березку. Что, ну все, я думаю. Я думаю, что давай. Тихо. Где-то тюкнул. Ну уже все, надо заканчивать. Хай. Всех не перестреляем. Все, я слаживаюсь. Ребята, блин, пролетело, короче, всех 18 птиц. Отстрелялись, наверное, по десятку. Ну, добыли два. Я хочу сказать, что это тоже результат. Неплохой. Неплохой, друзья. Ну вот подранок один. Ну, охота. Бывает и такое, друзья. Все, будем заканчивать охоту. Уже толком ничего не видно. Все, друзья, с полем нас. Всем мира добра. Подписывайся на мой канал Деревенский Волчонок. Мы с дядей Мишей двигаемся. Будем выезжать еще на вальшнепа. У нас еще есть время. Поэтому всем счастливо. Всем пока, друзья.